Абсолютно точно, Сопки. От щодо здоров'я, знаєте, здоров'я ж не тільки фізичне, а здоров'я ментальне. Ми вже трохи зачепили цю тему. От те, що відбулося в Дніпрі. Давайте про це поговоримо, тому що країну це вчора хвилювало, і я думаю, що є насправді є про що згадати, і висновки теж потрібні. Досі триває засідання Кіровського райсуду у Дніпрі, де обирають запобіжний захід нацгвардійцю Артему Рябчуку. Він напередодні застрелив 5 людей, ще стільки ж поранені. Тим часом слідчі ДБР проводять обшук у військовій частині, де проходив службу Рябчук. Зокрема, вивчають документи щодо роботи із особовим складом. Раніше односельці підозрюваного розповіли, що хлопець пішов до армії, щоб заробляти гроші і утримувати сім'ю. Характеризують його тільки як порядну людину. І тут дійсно сусіди кажуть, що абсолютно спокійний, порядний, вихований віруючий, чоловік, да? Віруючий. Да. Що могло трапитися в той день, ну, нам, напевно, зараз не здогадатися. Ну, да? Главная проблема, как мне кажется, она никуда не девалась. Она, это наше наследство Советского Союза, Советской Армии. Это дедовщина, которая была, есть то, что называется неуставные отношения, которые являются очень часто тормозом для того, чтобы люди просто хотели идти в армию. Хотели. И я хочу сказать, что это, знаете, такая глобальная проблема везде. Проблема, которая родилась в Советском Союзе, когда несидевшего найти было трудно, когда эти правила иерархии, кто слабее, кто сильнее, издеваться над тем, кто слабее, кто не может дать тебе сдачи, объединяться в кучи и клевать того, кто не может дать сдачи и так далее. Это же на самом деле в армии ну, только часть айсберга. Это же на самом деле везде. Во всех человеческих сообществах, понимаете? Это же везде, и в школах буллинг, да, и в армии, и все это такое. И для этого есть высокооплачиваемый офицер. Офицер, для которого солдаты – это его дети. Понимаете? Слуга царю, отец солдатам, ну разве что не царю, а родине своей, да? И это самое главное. Поэтому, как про все проблемы медицины от нищего врача, которому не нужен государству, все проблемы армии от офицера, который не должен находиться в таком положении. Это офицер – это символ чести, символ порядочности. Да? Это люди в той самой страшной белогвардейщине. Человек мог застрелиться, если ему на «ты» скажут. Понимаете? Потому что честь была превыше. Честь никому. Да? Честь никому. И поэтому все решения проблем медицины – врач, решения проблем школы – учитель. Понятно? Решение проблем армии – офицер. Офицер, которым гордятся, который хочет прийти в армию, и который будет реально отец солдатам. Вот это главное. Который носитель морали, носитель того, как надо любить и защищать свою страну. Все, ну ничего другого. Ну, як цього? Іван Олегович, ну просто от ви кажете, знаєте, як це, душу Богові, серце коханні, а честь нікому. Честь нікому, от це саме головне. Так, а як сьогодні, де покажіть нам отечество отці, да? Ну це, даруйте, це цитати, це для Нацради, ми кажемо, класику цитуємо, це можна. Як, хто буде? От все, Ань, от і все. Буде цей мальчик. Этого мальчика, которого не повезло ему в жизни, вот так сложились обстоятельства, да, потому что он, конечно же, психически неустойчивый, он, конечно же, вот такой вот, конечно же, было бы очень круто, чтобы каждый человек, который идет в армию, особенно в Нацгвардию, да, который вообще возьмет в руки оружие, проходил психиатрическую экспертизу. А где у нас такое количество адекватных, честных психиатров? Где оно? Где? У нас есть высокооплачиваемые психиатры, которые не напишут никогда, что надо. Если у них недобор, а тут пришел псих, его что, не возьмут? Возьмут. Потому что план необходимого конвоя. Ну, потому что да. Это так страшно. Еще раз говорю, врач не переступит через свою честь, через присягу врача, да? А офицеры, естественно, тоже. Вот и все. Мы должны понимать еще раз. Нельзя нищего человека, которого не ценит и не уважает государство, заставить выполнять свои прямые функции. Честный офицер – это то, что он, на этом держится все. Все. Вся страна держится на офицерстве. Жизнь, будущее страны держится на офицерстве.